raised a thousand voices just to lift your holy name. And we will raise Доброе утро, Андрей. И курица. Эти комары. Эти муравьи. Вот это у вас вопрос. Богу я 17 лет, я бы не ответил ни на один. Что главное в отношениях? А? Но это все равно будут вырезать. Боже, я вообще приехала из-за Корана. Может, вы? Давай застенчивость. Ты не про меня. О, там жук такой огромный. Уныние. Сейчас со съемкой идем? Да. Кто ты? Ну, послужить, помочь чем-нибудь в этом лагере. Заново? Да. Вопрос, она надо задавать? Нет. Какой был вопрос? Ожидание лагеря. Надо было готовиться к таким вопросам. Давай. Спрашивай меня. Большая кошка. Она может откусить человеку палец. Ну, как, не откусить, а надкусить. Очень больно. Очень такая опасная, с когтями, клыками. Живет где-то в Африке. Не очень милая. Это самый маленький хищник на земле. Он очень громко кричит. Это просто, ну... Уши даже закладывает, я слышала как-то раз. У него есть маленькие детки. Такие за ним такие, тоже такие маленькие, тоже такие рожки. С такой большой шеей. Царская особа в мире. О, тут висит подбородок. Ну, вот этот мешок такой. Просто сидит в каком-то теньке, лежит целый день и ничего, собственно говоря, не делает. Красивенько, у него очень яркий и насыщенный цвет. Мне нравится глаза. Злая. Ну, когда защищает детей, а так она, я думаю, первая не нападает, если не голодная. Мимимишней всего на свете, наверное. В этот клюв набирает там воду вместе с рыбой, а с этого клюва потом кормит своих детей. Хитрая. И у нее еще кисточки на ушках. Она такая небольшая, среднего размера такая. 10 килограмм. Как в зоопарке, я видел, очень любит есть. Пухнастая, с таким большим хвостом и в артуаре, наверное. Быстрая. Много спит. Есть, по-моему, листья с деревьев. Маленький. Ну, он красивый такой. Постоянно хвост задирает, когда чего-то боится или... когда ему что-то нравится. Все его любят подкармливать. У него шея, наверное, метра два. И он может доставать языком до носа. Кабанчик. Мощный. Птиц. Такое маленькое, иногда противное существо. С двумя такими клыками. Массивный. Он так хрюкает, так, так прикольненько. Он очень красивый, очень яркий. У него яркий хвост и похож на индюка. Похож чем-то на индюка, чуть-чуть. Еще бьется. Очень большие щеки. Он так придет. Такая с пышным хвостом, с красивым лицом. И у нее носик красивый. Она бегает по деревьям. Еще дразнится постоянно и бросает шишки в наш домик. А, она зубатая. И у нее очень длинный пушистый хвост. Но она еще маленькая. Она очень любит кушать волосы. Да-да. Проверим.
Такой пушистый. Он такой колючий, маленький, прикольный. У него очень красивая шерсть. Миленький. Хит! Саша, я же не можу! Які дурні це придумали! Я відмовляюся таке робити! Ну я просто відмовляю! Ні! Вже немає, не буде 10-ту годину! Ну поможіть! Вже ніч змінило сонце! Делаешь? Что? Я? Ха! Ты? Мы? Почему мы так делаем? Эй, Маш! Ты же самый супер!